Вся Россия скорбит о жертвах страшного теракта в Крокус-Сити-Холл. Повсеместно появляются стихийные мемориалы. Люди несут цветы и игрушки. Жители городского округа Химки не остались в стороне. Уже ранним утром 23 марта в сквере Марии Рубцовой у монумента «Сестра Милосердия» было многолюдно. Погибло больше сотни людей, сколько раненых. И Химки сразу включились в этот процесс помощи. Мгновенно откликнулись. Все врачи были мобилизованы. И Химкинская больница была одна из первых, куда начали поступать. Почтить память десятков жертв теракта в одном из крупнейших концертных залов области приехал и глава городского округа. Дмитрий Волошин выразил соболезнования родственникам пострадавших и возложил цветы к подножию мемориала. В процессии присоединились волонтеры Подмосковья, активисты «Молодой гвардии», «Единой России». Здесь и председатель Совета депутатов города Сергей Малиновский. Вместе с семьей, как и сотни химчан, мы пришли сюда, в сквер Марии Рубцовой, к обелиску «Сестры Милосердия», чтобы почтить память всех наших соотечественников, невинных, трагически погибших от рук террористов при нападении на Крокус-Сити-Холл. Химки скорбят вместе со всей страной. В общенациональный день траура к стихийному мемориалу памятнику «Сестра Милосердия» приходили целыми семьями, чтобы выразить скорбь по жертвам терактов в подмосковном Крокус-Сити-Холле. Очень много погибло людей. Там могли очутиться и мы. Мы очень скорбим. Очень жалко, что столько людей погибло. Химчане и сегодня продолжают нести цветы к мемориалу, зажигают свечи в знак единения с общим горем всего народа. Елена Тараненко, Нина Люпанова, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.